В нашем следующем сюжете мы расскажем, что волнует студентов по части науки и качества образования в вузах республики. Мы пообщались с председателем комиссии по образованию и культуре молодежного парламента при Госсовете Республики Татарстан и узнали его мнение о дистанционном обучении, а также научной деятельности в стенах Казанского федерального университета. Всем добрый день. Вот только что прозвучало вступительное слово круглого стола «Качество образования и наука», которое проходит в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан. Напомним, что оно проходит при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, а также Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Мы находимся на площадке, где студенты могут высказать свое мнение, прийти к общему решению актуальных проблем путем выстраивания конструктивного диалога с правительством и администрацией. Участники круглого стола – представители научных обществ Республики Татарстан из 30 образовательных организаций и представителей вузов. Гостями и экспертами стали представители администрации и правительства. В интервью нашему телеканалу председатель комиссии по образованию и культуре молодежного парламента при Государственном совете Республики Татарстан рассказал, что нужно придерживаться регулярно обновляемой стратегии популяризации науки среди студентов и молодежи. Сделать ее доступной и после этого показать, что это круто, что есть возможности, что есть гранты, что ты можешь реализоваться не только как певец, спортсмен или еще что-то, да, а именно твой мозг, твой интеллект поможет тебе добиться очень высоких результатов на благо человечества именно в научной сфере. Мы попросили прокомментировать Игоря Смирнова дистанционное образование. Он подчеркнул, что онлайн-обучение очень много плюсов, но, по его мнению, оно не сможет заменить очное образование. Поколение Z и последующее поколение, которое сейчас идет, они очень быстрые. Они, возможно, могут сэкономить время не на офлайн, а на онлайн как раз. И образование как раз хороший пример, когда сейчас смотрят вебинары, сейчас к ЕГЭ готовятся с помощью онлайн-школ. Мы спросили у Игоря Владимировича, насколько в молодежном парламенте Республики Татарстан информировано о том, что делается в части науки в Казанском федеральном университете. При этом упомянули о том, что в самом ближайшем будущем будут открыты двери технопарка при КФУ, целью которого станет предоставление возможности студентам, аспирантам и сотрудникам развивать кружковую и научную деятельность. Я сам аспирант Казанского федерального и при этом прекрасно понимаю, какие есть возможности для аспирантов, студентов Казанского федерального университета. Это очень... Ну, это прекрасный вуз, это альма-матер, и, в принципе, все вузы Казани в этом плане очень хорошо идут. Как сейчас обстоит дело с наукой, в принципе, я всегда знаю и вижу, что идет движение. Центральные проблемы, которые сегодня волнуют студентов по части науки, это платное использование библиотечных систем, проблема недостатка мероприятий для организаторов научной деятельности в вузах Татарстана, недостаток аудиторий для научной деятельности. Перед участниками стоит задача выявить актуальные запросы студентов, поиск путей их решения. Эксперты обратили внимание, что выступления и проблемы, лежащие в основе докладов, носят больше социально-бытовой, нежели научный характер. В частности, представитель Минпросвещения России Лариса Сулима отметила, что прозвучавшие проблемы имеют локальный характер и должны обсуждаться в первую очередь в стенах университета. Но что я увидела во втором выступлении и в первом и втором выступлении? Сегодня вы готовитесь к Большому конгрессу республики и планируете выносить вопросы на уровень президента, правительства, совета ректоров. Но второе выступление, оно носит локальный характер. Оно касается исключительно проблем одного высшего учебного заведения, наверное, главного в нашей республике. Это Казанского федерального университета. У меня вопрос к выступающим. Уважаемые коллеги, а являетесь ли вы, я имею в виду, члены Лиги студентов, студенческого совета данного университета, членами ученого совета данного университета. Поднимаете ли эти вопросы вы на ученом совете своего Казанского университета? Встречаетесь ли вы с проректором воспитательной и социальной работе Олегом Евгеньевичем Межведиловым? Поднимали ли перед управлением по воспитательной работе Казанского университета то, что у вас сегодня коммерциализация услуг вашей библиотеки Лобачевской, в которой мы тоже все выросли, я тоже выпускница Казанского государственного университета, и мы в свое время не сканировали, а рукой все переписывали, да, потому что не было ни сканеров, ни ничего такого в то время. Сидели в архивах, писали от руки, письменно переписывали все источники и так далее.
Итогом работы 9-го конгресса студентов Республики Татарстан стала резолюция по направлению качества образования и наука, которая должна быть реализована в установленные сроки, согласно трехстороннему соглашению между правительством Республики Татарстан, Советов ректоров вузов Республики Татарстан и Лигой студентов Республики Татарстан. Ленардо Влетьяров, Илья Андреев, Универньюз.